Четвертое. Зависимость от кредитов. В странах с нестабильной экономикой люди, которые берут ссуду на развитие бизнеса, рискуют выплачивать этот долг до конца жизни. Те, кто берет кредит на ремонт или приобретение бытовой техники, теряют деньги на выплате скрытых комиссий и процентов. Нет ни одного выгодного кредита, но есть кредитное рабство. Согласно данным Центробанка, 57% экономически активного населения России имеют займы и кредиты. Так, на середину 2021 года около 43 миллионов россиян имели займы. Это 29,4% от населения страны. По итогам 2021 года россияне побили рекорд по оформлению кредитов. Объем выданных населению средств достиг 14 триллионов рублей, что приравнивается к выдаче займов суммарно за 2017 и 2018 годы. Такие данные передает Коммерсант со ссылкой на экспресс-оценку аналитического агентства Frank RG. В целом объем выданных кэш-кредитов вырос на 37% по сравнению с 2020 годом, по автокредитам на 46%, а по ипотеке на 28%. Денежный объем кредитов в торговых точках увеличился на 26% за 2021 год. Пятое. Принуждение к постоянной работе. В современном мире люди постоянно испытывают нехватку денег, поэтому каждый человек вынужден работать и конкурировать с другими людьми за лучшее рабочее место, которое принесет достаточную прибыль, чтобы прокормить себя и свою семью. По опросу 2021 года сервиса работа.ру, большинство россиян не устраивает их нынешняя должность. При этом о недовольстве работой граждане наиболее часто упоминали из-за низкой зарплаты. На этот фактор указали 77% респондентов. Еще 42% опрошенных пожаловались на нехватку возможностей карьерного роста. Почти четверти россиян не нравится режим работы, а каждый пятый гражданин недолюбливает руководство организации. Современный человек вынужден работать без остановки, так как средств, заработанных за один месяц, хватит, чтобы оплатить жилье и еду за один месяц. Так как денег хватает лишь на один месяц, приходится работать всю жизнь. Шестое. Вас не волнует, что вы едите. Продовольственный рынок России перенасыщен продуктами питания, которые имеют очень низкую цену и, соответственно, низкий уровень качества. Это и неудивительно, ведь в 2021 году численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности составила 16,1 миллион человек, или 11% от населения страны, сообщает Росстат. Эти 11% не в состоянии купить себе продукты питания, которые были бы качественными и экологическими. Постоянная реклама таких продуктов питания заставляет поверить, что они хороши для ума и тела. Но в действительности нет никакой другой причины, кроме их экономической выгоды. Некачественные продукты вредят здоровью и делают тело слабым. Человек с нездоровым и слабым телом имеет слабый ум, а чем слабее ум, тем легче им можно манипулировать. Седьмое. Вы зависимы от лекарств. На сегодняшний день в аптеке можно найти лекарства почти от всего. У вас депрессия? Пьете таблетку. Плохо спите? Пейте капли. Болят суставы? Натираетесь мазями. Фармацевтические компании могут предоставить лекарства на любой вкус и карман. Это прибыльные машины, которые на самом деле не заботятся о вашем здоровье, а хотят, чтобы вы остались больными. Именно так вы можете продолжить заполнять их карманы. Фонд «Общественное мнение» провели опрос. По данным этого опроса, постоянно покупают лекарства или медикаменты большинство жителей России. 62%, а периодически 37%. Восьмое. Отсутствие самостоятельного мнения. Человек, который не имеет собственного мнения, не может самостоятельно принимать решения. У него не развивается аналитическое мышление, и таким образом он больше всего подвержен манипуляциям. Русский человек – это тот человек, который отказывается на себя брать ответственность в любой ситуации и говорит так: «Мы – люди маленькие, от нас ничего не зависит. Начальству виднее, на то оно и начальство. Я-то чё, я как все». Молчи, дурак, целей будешь. Хочешь жить, умей вертеться. Не мы такие, жизнь такая. Бог терпел и нам велел. И так далее, и тому подобное.
Все эти признаки дают понять, что современное рабство скрыто за манипулирующими действиями. Люди опираются на условные данные из телевизора, не имеют своего мнения, не отстаивают свои суждения, а только ведут диванные войны. Замечали ли вы что-то подобное в своем поведении?